Все, побежала сама, да, потом вернулась, но папка не успел догнать. Пошли, пошли обход делать, давай. Идем, идем делать обход, пошли. Пошли обход, обход совершаем. Вот, видите? Уже, опа, ждет. Идем, идем. Фу, фу, не трогай ничего, не бери. Делаем обход. Обязательно обход. Это обязательно посмотреть, все ли здесь на месте. Никто ли не забрался. Да, Ванька? Ну, правда, надо сразу что-то поискать, что-то похватать. Обязательно, да? Чучундра. Ваня, фу. Фу, нельзя. Что, ты туда решила пробежаться? Тетюнда. Брось. Брось, говорю. Фу. Фу. Нельзя. Фу. Я кому сказал фу? Фу, не дуркуй. Пошли домой. Все, харе. Дома есть палочки. Все, идем, 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 идем. Дома есть палочки. Побежали, побежали, фу. О, господи. Вы бачите, что происходит? Стоять, кажу, фу. Все, домой. Здравствуйте, товарищи, доброе утро, ну у нас, по крайней мере, доброе утро, а вам доброго времени суток, так сказать. Ну что, немножечко покажу вам с того, чего закончили вчера, то есть покажу то, на чем мы вчера остановились, что сделали, потому что закончили мы поздно, уже было очень темно и, естественно, мы ничего не могли вам показать. Вот, так как Зая сейчас клепает видосик, для тех, кто не понимает, что такое клепает, это монтирует видео, я сейчас быренько вам сделаю показ. Показ, ё-моё. Вот, товарищи, пришли мы на это место, где мы вчера пахали. Пахали я и трактор, как говорится, блин, ё-моё. Вот, здесь у нас вот такая получилась высокая грядка. Это под клубнику, да? Я правильно сказал? Под клубнику. Клубника та, что на земле. Малина та, что наверху. Ой, блин, я вечно их путаю. Короче, вот это место мы здесь сначала культиватором прошли, потом насыпали этого перегноя, прошли с перегноем. А, блин, а зачем я повторяю? Вы же вчера, в принципе, все видели. Просто хочу показать, как получилось. Вот здесь вот садили мы сиреньку, чтобы цвела красиво. По идее, должна быть белая. Но не факт. Далее. Блин, ветер. Ветер. Здесь у нас малина. 20 кустов. 20 кустов. Здесь у нас будет малинник. Красивый, по идее, не знаю, посмотрим. Вот это у нас смородина. Не. Блин. Да, по-моему, смородина. Не знаю, короче, смотрите. Вот такие листья у нее. Возможно, смородина. Так, ну и шо? Ё-моё, что ж так мало сделали, да? Окажется, ё-моё, пахали целый день, блин. Руки отваливаются, спина отваливается, ноги отваливаются. Мы еле домой, да чипчикувало, ё-моё, вчера. Вот здесь вот я почти все прошел. Прошел и по-старому, и по-новому. Это у нас что? Это у нас сад. Прошел опять культиватором. Все прокультивировал. Прошел по-старому, там, где уже проходил. Видно, хорошо засыхают корешки, смотрите. Все оно получается хорошо работает. Видите, все он сухое. Все сверху. Бери, ходи, выбирай. Пока дождя нет, желательно, конечно, это все убрать. Ну что, потихоньку трава перестает расти. Как видите, частями что-то пооставалось. Там понятно, там вон, видите, это только первый раз пройдено. А вот здесь вот уже второй раз. Где по второму разу, вот видно, что совсем уже сохнет. Все хорошо получается. Сегодня мы пахать сильно не будем, потому что ну и в баню. Все уже отваливается, поэтому
Сегодня мы, возможно, посадим эту, как ее, клубнику. Да, клубнику. В грядочку. Надо было вчера пролить водой, но мы так и не пролили. Во-первых, зато запахались. Мы носить эти ведра, блин, с дома, с кухни. Вы ж видите, какое расстояние. Ядрен батон. Во-вторых, у нас с лейкой проблема. Нету носика. Носика, который распыляет. То есть с ведра полить это будет, ну, оно же возьмется комком ужасным. И поэтому мы так вчера не пролили. Надо найти этот носик, распылитель. И вообще капец, как нужен насос, товарищи. Это, блин, это катастрофа. Мы так уже с ним привыкли. То есть подошел, здесь набрал, а даже еще ж лучше. Я в том году сделал автоматику, прицепил. Блин, с автоматикой просто бомба-граната. То есть вода постоянно под давлением уже в шланге. То есть ты просто нажал на пистолет, пш, вода пошла. Отпустил, все, пистолет закрылся, автоматика сработала, выключила насос. То есть, ну, вода в системе держится, давление есть. То есть как только давление пропадает, насос включается. Бомба-граната, товарищи. Провел себе шлангу, когда надо, включил, пошла, выключил, не пошла. Наша лейка. Нос, видите? Нос просто дырявый. Нету, нету здесь носика. Где-то он профуфундился. Короче, ну как профуфундился? Его сняли, потому что не надо было этот нос. Надо было просто, ну, проливать, допустим, там, когда сажали эти лунки. Не надо было распылителем. Где-то его сняли, где-то положили. Все, я найти не могу. Вот. Вот вторая лейка, товарищи. О, видно? Тоже просто дыромаха. Ну, то есть, нету здесь этого распылителя. Тоже не польешь, блин. Ё-моё. Надо посмотреть, у меня, в принципе, в пакете, где мои всякие прибабасы. Тройнички, краники. Возможно, я туда где-то скинул этот носик. Точно. Что-то я раньше не додумался. Короче, надо будет обязательно полить. Сначала полить, чтобы земелька трошки села. Потом ее взрыхлить, аж потом бить волокно. И сажать туда ту клубнику. Короче, что, насос. Насос, товарищи, заказал им на, опять же, там на Лоблин. Вот, потому что, ну, я не знаю, в городе нигде особо нету. Хотел в Комфи нету, в Эпицентре тоже нету. Берем мы насос, который уже брали, который проверенный. У нас был первый насос Спрут. Так вот, и он был шнековый. Короче, бомба-граната, я вам давайте так, он когда придет, когда мы его купим, тогда вам и про него расскажу, чтобы и здесь не рассказывать, а потом там не рассказывать. Так. Потому что вихревой насос, как показала практика, фигня. Ага, сегодня планируем вот это заняться клубникой и розами. Вы уже, конечно, видели, как мы ними занимались. Поэтому особо сейчас не будем снимать, наверное, как мы ними занимаемся. Потому что это будет повтор. Потому что это было с одной стороны, а сегодня будет с другой стороны. Все, зайка сейчас выгрузит видео. Я уже начинаю, а... Она ко мне, естественно, подключится, и будем дальше освобождать розы и косить газон. Потому что, как видите, он уже, ну, во-первых, он опять начинает пучковаться. Видно, да, вот пучками большими. А во-вторых, он уже подрос. Он уже, смотрите, какой высокий. Сантиметров 15, а то и 20 местами уже есть. Соседская козочка мекает. Не. Что, товарищи, начал я, как видите, розочки
Сейчас зайка должна подключиться. Вот. И погодка, собака, блин. Начал и уже начала моросить, блин. Я только начинаю и сразу моросить, блин. Что это такое, блин? А где твое здрасте? Здрасте, товарищи, я забыла, что мы сегодня завтрак не снимали. У нас же обычно все завтрака происходит. Да, сегодня решили не снимать. А завтрак, мы так, блин, быстро ляп-ляп-ляп-ляп наелись, блин. Я же говорю, что солнце такое с утра стояло, блин. Да вообще жарко было. Ну только что уже моросило. Обидно, досадно. Ну, походу, еще пугает. Пугает. Но нам бы точно знать, если он начнется, то можно пойти и не поливать эти, как он, под клубнику. А если он не начнется, то... Ева! Алло. Ева, ты что тут лазишь? Алло. Вообще, ребят, уже? Никому не нужны чудо это произведение искусства. Отдаем дешево. 500 гривен, две штуки вместе со всеми этими, как она называется? Тюнерами. Тюнерами, со всеми проводами, с пультами и со всем остальным. Мы же такой уже штукой не пользуемся. У нас же тут интернет, может, кому-то в село нужно, действительно. Потому что я же говорю, что мы объявление дали, но это кто там, что там смотрит по объявлениям? Ё-моё. Ну, а 500 гривен мы в свое время, да, сколько заплатили? Да, дорого мы заплатили. И за установку, и за... И отдельно их тюнера покупали, отдельно все покупали. Да, да. Там один тюнер 500 гривен стоил. Да, может, кому-то надо. То забирайте, приезжайте, забирайте, честное слово. Бо хотим снять, я говорю, Коля, сними. И кинуть на горище. А если на горище кинешь, то это же все провода, и все это пожре мыша. Пожре, блин, скотиняк. Так, ты хочешь побалакать? Нет, все, я иду одеваю. Вот, товарищи, вам поближе. Посмотрите, что творит Пырей. Видите, вот эту кучу проводов. И вот здесь, вот смотрите. Видите? Вот это Пырей. И он образовался, как видите, прямо внутри куста. Все уходит, корешки уходят сюда внутрь, наши розы. И здесь тоже все внутрь уходит. Надо сейчас аккуратно грабельками вот это все дело как-то выдирать, вычищать, чтобы не оставить даже вот такого вот, сейчас, вот ломчика. Вот такого вот ломтика. Оставляете вот такой ломтик. И заплетается. Для тех, кто не в курсе, вот эта штука начинает разрастаться, и все. И капец. И вон что творится.
Да, так будет гораздо легче. Они реально мешают. Так, не вижу. С этой стороны тут есть почка, нет? На вот этой зеленой. Да нет, там нормально. Давай. Не она ниже. Хватит. Я говорю, сил не хватает. Угу. Чигары, мы не плотники. А мы монтажники, высотники. Вот так вот. Все. О, дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Ага. Что мне зной, что мне там, что мне дождик проливной, да? Так аккуратно не торвишь их. Аккуратненько, так, по направлению, да. По направлению, Коль, це дуже погано, бо там корни розы. Закопать ее и быстрее, чтобы она даже не знала, что мы в ней ковырялись. Уже она спала. Правда. Спала и не знала. Тогда. А сухари еще не подрезала? Какие? Ну, все. А, я не бачу. Сможешь? Коли біля тебе мене нема. Аккуратно. Фіга. Фіга? Їх можна, звісно, сломати. О, другое зробило. Собі сама. І що ж перейом тепер робити? Коли біля... Що, в якому? Вот эти? Ну, там же ж виросте опять сейчас. Ну, будемо так вот... Рвать его, пока он не поймет, что это. Будем подлазить его, вырывать. Пока он не поймет, что лезть надо где-то дальше. По-моему, он не понимает. Вариантов все равно других нет. Дело в том, что ты же понимаешь, что сейчас легче всего раскопать ее, почистить от пыря, а потом что опять целый год она цвести нам не будет. А что только на следующий год. А на следующий год опять такая же. Не знаю, я аккуратненько подошел, блин. Вот. Так, Зай, по-моему, ты еще так, да, все. Камеру надо Боньку вырубать. Боньку уберешь, чтобы она не намокла. Там все позакрывай, чтобы она не тянет. Тихо, тихо, тихо. Домой. Домой, домой, домой. Пошел прям сильно. Ну, сильно, не намочи там. А я что, намочишь? Давай, заби, она сейчас пройдет тучка и выйдем опять, чуешь? Да. Заходи. Ну что, как всегда, нас дождь напугал. Точнее, не как-то пугал, просто неохота, сейчас намочимся. Да нет, он будем... спину намочила, да. И он сейчас, я думаю, он закончится, он тучка пройдет, закончится. А что, а потом что, с мокрой спиной выходить? Зачем, да, этот цирк надо? Да. Поэтому сейчас, пока дождик закончится нормально, пойдем пересидим в доме, заодно, да, баняку покормим. Пошли, чайку попьем, баняку покормим за время и продолжим. Да. О, тишина. Да не, ну это он, пока туча вон не пройдет, которая над нами. Да, да. О, видишь, она будет, а то идет и не идет. О, видите, какая туча. Вот она мелкая. Не знаю, вам видно, не видно, да, вот, вот такая она, вот. Видишь, большая серая. Сейчас она пройдет, там дальше чисто, смотри дальше, как чисто. Угу, угу.
И по такому случаю мы тоже решили пообедать. Да, пообедать, сделать омлет с замороженными овощами. Вкусняшку морозила, между прочим, старалась. И вот так вот у меня зелень была замороженная. Вот, и намного зелени. Вкусненько будет. Ты шо? Сейчас чем больше зелени, тем лучше. А у меня, ой, упала. А у меня, тем более, уже новая скоро зелень будет. А мы еще никак старую не можем сделать. Так, а сейчас я выбросила шкурку. Доставать-то удобнее. Шкурочка? Ну ладно. Сейчас будем мучиться. Чем достанешь, тем достанешь. Короче, будет у нас обед. Оп. Шикарный омлет. Товарищи, за столом мы. Обед. Вкусный обед. Да. Вот такой получился у нас омлет замечательный, вкусный. И вчерашние макарошики, видите, какие у нас сейчас осталось немножко. Вот. Салат вкусный, привкусный со шпинатом. С домашним шпинатом, с домашним лучком. Вместо капусты шпинат сделали. Очень-очень вкусно получается. Так, Бонни, не трогай этого ёшика. Брынзочку разморозили, вон, гляньте. Коля захотел колбасы обычной варенки. Я вон тип копченка, что это такое. Не знаю, что-то предпочитаю варенку. Ну, предпочитаешь варенку, сейчас напишу, что то эмульсия, а не варенка. Я кажется, эмульсия, это самая настоящая вареная колбаса. Знаешь, за такую цену... Сами варила ее мою. За такую цену нет колбасы. Ну, в смысле, может, колбаса есть, но она без мяса. Так что так. Ну, любит он колбасу без мяса. Так что, ребята, не это самое. Не переживайте. Коля любит колбасу из эмульсии. Он вообще всякую гадость любит. Типа там печеночных намазок, которых нет печенки, блин, луковые намазки, там, типа эти паштеты, которых нет там совсем ни лука, не пойми, что там. Нет, ну, короче, в общем. В луковом паштете, я думаю, все-таки лук присутствует. Один лука, да, и уже дешевый. Всякая тут, всякая кака. Ладно, ребят, ну что, скажи, как со шпинатиком? Ну. Да, вкусный салат, полезный, шпинат полезный, и все полезное. Весна начинается, а знаешь что? Нужно жевать побольше зелени, дай бог быстренько, чтобы выросло. Вот, у нас шпинат, слава богу, есть, да, конечно, на этом повытыкался. Еще прошлогодний этот же сам насыпался. Еще, кстати, руколу надо взять на огороде найти. Ну, не найти, нарвать, она же там есть. Где-то была. Закустилась, правда. Но ничего страшного, листики можно нарвать. А, я, кстати, буду сегодня рыбу на вечер жарить, и можно к рыбе взять руколу. Рыбу? Да. Я там чуть-чуть осталось. Хек. Хорошо. Не хек, а вот этот Blue Whiting или какой. Так, ну все, ребята, кушаем вот такой замечательный обед. И еще есть кое-какая работа по улице, поэтому пойдем потом на улицу.